Цены на продукты могут стать поводом для обращения в суд, как в случае с нашим народным корреспондентом Ольгой Поляковой. Девушка обнаружила повод для разбирательства в одном из супермаркетов. Столкнулась с такой ситуацией, пошла в супермаркет и обратила внимание, что перед входом в магазин было объявление от администрации, что просим свои извинения, если будут не совпадать цены. Мне предлагают купить молоко по одной цене в наценнике, а подходя к кассе, ставят перед фактом, что молоко стоит не столько. И объясняю тем, что цены не успели изменить. Я была возмущена, и мне это очень даже не понравилось, потому что я рассчитывала на одно, а мне предлагают другое. Вы думаете, что я в следующий раз туда не пойду? В Роспотребнадзоре поясняют, подобное объявление ответственности с продавца не снимает, и товар не может стоить дороже, чем указано в ценнике. В противном случае потребитель может написать жалобу, и магазин подвергнется внеплановой проверке. Торговым точкам выгоднее вернуть разницу в цене покупателю, чем платить штраф. Он достигает 40 тысяч рублей. Если вы стали свидетелем подобного, звоните в рубрику «Народный корреспондент». Она для наблюдательных и неравнодушных.